Андрей сегодня в нашем чатике на Ютубе сказал: ну что, пацаны, когда снимаем, у меня есть планы на великий контент. Вот что вышло через полтора часа. Чего плачешь? Я же не плачу, чего ты плачешь? Но я благодарен искренне, что сработала пожарка, и никто, те, кто работал в офисе, не сгорел. Это заебись. Нам нужно найти помещение, где нам трудиться ближайшие 3-4 месяца. Я уже нашла. Ты нашла? Где нашла? 130 тысяч, рассрочка 2 месяца. 130 тысяч – это дорого, нам нужно бесплатно. Это 2. Ну, Андрей, ну, подремонтируем сейчас. Подремонтируем. Ваня такой. Ярослав обеспечит бесперебойную работу производства. Поставки сохраняются, закупки сохраняются, это важно. То, что сделали, это мы жарили шашлыки, все. Потому что именно ваши продажи обеспечат нам дальнейшую работу. Это мы отстроим, но мы должны это отстраивать на какие-то деньги, это важно. В общем, у нас есть определенные трудности, поэтому, друзья, коротенько, это происходит прямо сегодня, сегодня мы выложили этот видос. Если вы хотите нам помочь, нам сейчас могут помочь, на самом деле, только три действия. Первое – это максимальный репост и огласка этого видоса. Второе действие – это, конечно же, покупать нашу продукцию, чтобы мы смогли саккумулировать средства на то, чтобы восстановить все наше производство. И третье – я объявляю сбор средств. Конечно же, я всех благодарю, кто мне поможет, но под этим видосом будет закреплена моя карточка, куда вы можете кидать какие-то копеечки, и они мне помогут это все восстановить. Следите за информацией. Уси, Руси. Ha ha ha!